Как ты сам считаешь, кем будешь? Я надеюсь, что с ним буду. Потому что пора с ним уже сколько. Хотя он там валится на меня, что я не хочу. Правый мирок. Зашла хорошо. Я уже это говорил. Где я оказываюсь? Мне может в Америке еще легче будет. А вас не удивило, что Владимир Кличко так неожиданно потерял фигуру поэта в бою с Тайсоном Фьюри? Это бокс. Всякое бывает. Так что, что здесь говорить. Тем более Тайсон Фьюри тоже хороший, сильный боксер, неудобный боксер. Еще выше, чем Владимир Кличко. Так что, может, некоторые наработки не проходили. Давай скачковый левый. Ты большой, я думаю, выводы сделает, и следующий бой может сложиться по-другому. А вы не были в шоке, что Фьюри победил? Нет. Голова пошла. Я вообще в шоке не бываю. Александр, сейчас Боксер Мартин не особо известен во всем мире. Я ни Мартина не видел. Я тогда ездил в бой, когда у него был как раз за звание чемпиона мира Глазковым. Там Глазков в первом раунде, я уже не помню, сразу потянул ногу. Или во втором раунде, во втором. Хотел ногу особо увидеть, ничего не получилось. И Энтони Джошуа, я знаю, что олимпийский чемпион, сильный боксер. Но опять же, я тоже его не видел. Трудно сказать, пусть победит лучше. Возвращение Федора Емельяненко, как вы считаете, сможете снова держать ряд побед? Или теперь уже будет выбирать соперников не самых сильных, а больше как пиарация? Не, я думаю, если Федя пошел, то на самом деле, значит, пошел для того, чтобы побеждать самых лучших. Александр, а у вас самого не было идеи никогда попробовать себя смешать единоборство? Вы же кикбоксом занимались долгое время. Не, я занимался кикбоксом, я для себя занимался правильным гением суплава, я люблю бороться, но я боксер. И я думаю, уже смысла нету. Александр, а это ваше кредо не нарушать правила в бою, потому что, вы сами признались, любите бороться, можно было Владимира Кличко, мне кажется, и бросить пару раз, действительно, за такими описаниями. Можно было много чего сделать, вы знаете, но я это никогда не делал. Навряд ли бы я это сделал снова. Можно ли сказать, что в тандеме с Иваном Карпоевым наконец-то нашли полностью идеального тренера? Знаете, все тренеры хорошие. Я считаю, тренер. Единственное, в чем может быть проблема у тренеров, которые постарше, намного постарше, у них есть ихняя правда, другой нет. С Ваней мы всегда можем поговорить.